ну, ай, в жопу врезался Сереге. Я тебя сделал. Я тебя сделал. Я тебе, я себя, ой, я тебе. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Гусанёк, Профит, Серега. Пацаны, поздравайтесь. Приветики, амблетики. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика. Серега предложил записать, какой монстр самый быстрый. Если тебе текушки, приятного аппетита. А мы начинаем тестировать крутых и страшных монстров на скорость. Погнали. Раз, два, три. Серега, мы с тобой одинаково бежим. Ну, я тебя перегоняю все равно. А, ну да, кстати, есть немножко... Скорость у тебя больше, чем у меня. Это очень странно. Так, ребята, раз Серега у нас победитель, он монстра менять не будет. Поменяли мы монстров и посмотрим. Может, Серега опять на всех выиграет. Ты что, давай, Серега, свой фирменный отчет. Раз, два, пять. Раз, а что так, блин? А я догоняю Серегу. И пере... Ах ты. Ой-ой-ой. Все, все, у нас есть победитель. Победитель, очень гигантский монстр. Давай, Серега, отчитывай. Надеюсь, я выиграю. Раз, два, один. А ты задрал так отчитывать. И опять у нас есть победитель. Если он будет всех перегонять, значит, он будет победителем по скорости среди всех монстров. Пока есть у нас Мистер Икс самый быстрый. Я беру улитку. О, кстати, эта улитка не такая уж и медленная. Так, а я тогда переключаюсь на следующий раздел, и у нас тут уже идут другие монстры. Так, Курсет Банбан. Ого, он стрёмный. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. Если хотите с нами пообщаться, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Давай, Серега, погнали. Раз, два, три. Улиточка там сзади. Вообще еле-еле. Че вы плететесь? Так, Мистер Икс у нас пока весь побеждает. Но я вам скажу, ребята, так, что в следующей паке там будут настолько быстрые монстры, что этот Мистер Икс будет по сравнению с ними очень медленный. Так, давай, Сережечка, вы готовы? Сейчас. Раз, два, три. Давай, давай, я сделал все! Ай-яй-яй-яй-яй, блин. Я так надеялся, что я выиграю. Ну что-то, ребята, пошло не так. Мистер Икс, он как-то разгоняется. Он не сразу, да, быстро идет? Да. Гон ходит, смотрите, да. Земля аж дрожит. Вот это жесть. Да, а вот этот пак, я вам скажу... Уже довольно-таки здесь быстрые у нас челики. Надеюсь, сейчас Мистер Икс уйдет в небытие. Так, давай, Серега, мы готовы. Я не знаю. 5, 4, 1. А ты... Как ты хит! Все, смотрите, у нас есть победитель. Это я. Это реально мощный, ребята, монстр. Вот это у него скорость нереальная. Суперсоник. А что, ну пробеги возле меня. Мне кажется, если сейчас какой у нас монстр выиграет, мы его сейчас затестим с автомобилем. Мне кажется, это будет прикольно, да, Серега? Да, да. С тачкой. Да, да. Так что, ребята, досмотрите ролик до конца, эти тесты будут очень крутые. Так, берем следующую партию. Ха-ха, вот это он смешной. Да, вот это он брейк-дэнсит. Серега, мне кажется, ты будешь победителем. Ну, посмотрим. Давай, отчитай. 2, 10. Блин, ну Серега все равно был. А давай, Серега, еще раз с тобой отсюда побежим. Стой, 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 давай. Давай, да, с финиша, давай. Три. Раз, два, три. Нет, все равно, смотрите, он быстрее меня. Блин, ну я надеялся, что я не проиграю. Но Серега пока у нас фаворит. Серега, ну ты прям читерского себе монстра взял, я тебе скажу. Я не знаю, какой на глаза попался, такой увидел. Так, этого мы не тестили или тестили? Нет, это не тестили, челепиздрику. Так, давай, Сережечка, мы готовы? 5, 4, 3, 2, 0. Давай, давай, я Серегу где? Да ты... А чё, синий быстрее, погоди, чем ты? Погоди, мне кажется, вы не одинаково стартанули, да? Еще. Давайте отсюда. Да, мне... Стой, куда побежал? Он буксует нормально так. Сейчас проверим все таки кто из вас быстрее. Только давайте я отчитаю, что вы четко стартанули. Давай. Раз, два, три. Не, я все-таки быстрее. Ты быстрее, Серега. Ты быстрее. Он просто стартанул криво. Одинаково. О, я улетел в небытие. Стоять. Стоять. Так, хорошо.
Так, пацаны, давайте, сейчас у нас тест с автомобилями. Раз у нас есть победитель, будем брать тачку и проверять, кто же все-таки у нас быстрее. Я сейчас постараюсь, ребята, взять очень быструю спортивную машину, и мы все-таки проверим, сможет он или нет нас сделать. Вот, вот это очень быстрая тачка. Вот моя быстрее, Дим, смотри. Да не, ну ты проиграешь, сразу к тебе говорю. Сейчас мы сделаем, ребята, тест на маленькой дистанции, а потом сделаем на большой дистанции. Давай, Серега, отчитывай. Раз... Два. Стойте, фальшстарт! Фальшстарт! Да блин, Серега, ты обманщик! Давай, возвращайся. Вот это Серега! Не, ну прикольно получается, ребята. Надеюсь, наши ролики заслуживают лайкосика, потому что мы стараемся поднять в настроение, и что было все красиво. Давай, Серега. Раз, два, три. Давай. Ой-ой-ой, какую ж надо тачку брать? Так, сейчас, короче, мы, ребята, делаем с этого столба и будем делать больше дистанцию. А я возьму другую тачку. Потому что, мне кажется, моя тачка что-то наполовину говно. Так, у нас есть еще более тачки быстрее. Вот. Вот эта тачечка, я вам скажу. Не, давайте, наверное, даже не это. Вот. Вот эта тачка, она нереально быстрая. Дима, ты такую же взял. А, давайте тогда другую. Давайте я другую возьму на всякий случай, чтобы было у нас... Все по-разному. Вот эту возьму. Разные у нас? Нет, это тоже одинаково. Да все ж хотят быстрый. Во! Во-во-во. Ой, кстати, знаете один прикол, ребята? Есть такая фишка, что желтая машина всегда быстрее. Я не знаю, кто это придумал, это придумал я. Красную. Не, давайте с полоски начнем, чтобы было прям по-честному, всех ровно было. Сейчас, Серега, у нас дистанция чуть-чуть больше будет. Где-то на 500 метров дистанция. Понял. Отсчитай. Раз, два, три. Давай. Смотрите, я всех сделал. Все-таки у меня машина быстрее. А как нас перегнать тебя? Не, ребята, даже вот этого монстра мы не смогли догнать. Стой. Давайте с этого туннеля без поворотов. Сейчас там дальше будет идти по прямой, вот в сторону финиша. Блин, а какую же тачку взять? У нас есть еще быстрее машины? А что, а как? Серега, это что за читерство с твоей стороны? Это NPC такой, Дим. Так, давайте все-таки... Тихо, стоять! Вот отсюда сейчас будем начинать. И вот туда вот по прямой далеко-далеко. Напишите, ребята, в комментариях, вообще найдется ли такая машина, которая его обгонит. Мне кажется, что-то не получится у нас его обогнать. Давайте с этого возьмем машину Пака. И не вот эту вот. Сейчас. Во, нет, тоже говно. Во, полуговно. Ладно. Давай, Серега. Раз... Два, три. Мы должны догнать. Давайте. Все на shift. А сколько он километров бежит? Это нереально. А мы его не догоним никак. Не догнули. Да все, Серега, все. Стоять. Хорошо, давайте мы сейчас тогда, знаете, что сделаем? Вот с этого места, где я сейчас стою, давай, Серега, отсюда вот, как раз с поворота. И туда до туннеля, только давайте поменяем, ребята, свойства машине. А по-другому никак. Ну хотя бы, знаешь, там будет хотя бы спидометр, да, нарисованный. Да. И мы сможем увидеть. Смотри, если не получится, попробуй ускоритель нацепить это какой-нибудь. Я хочу хотя бы увидеть, какая вообще скорость у тебя. Так, а какой нам надо режим? Вот, Макс Толго. Ладно, сейчас, подожди, мы затестим. Нет, это не то. Это не то. Мы оставим его, но мы сейчас добавим. Сейчас, ребятушки. Вот. Offensive. Во, отлично. Вот теперь. Тихо, машина, ну ты дурочка, что ли? Ты что делаешь? Вот это я... Ой. Ну это чисто на по прямой, знаете, давать газы. Это я сейчас тронусь без шифта, а потом уже дам шифт. Давай, Серега, мы готовы. Раз, два, три. 180, 190, короче, ты где-то 180 бежишь. Нифига себе. 180 километров монстр бежит. Вот это жесть. А теперь еще раз отсюда, только я уменьшу немножко свою мощь машины. Мы сделаем вот так вот где-то. И теперь я должен наравне с тобой, Серега, бежать. Готов? Да, сейчас, пацаны, подожди, я стану ровно, потому что чувствую, я сейчас начну сальтухи крутить. Все, давай. Раз, два, три. Смотрите, догоняю.
Серега, есть! Там за 200. Серега, я ехал 200 и только на 200 начал догонять. Где-то средняя скорость, ребята, этого монстра 180-190 километров. Серега, ты представляешь, какой у тебя быстрый монстр? Это какой-то нереально мощный монстр. Так, и давайте сделаем еще последний заезд. Сейчас я возьму еще другую машину, более устойчивую, вот эту вот такую, как плоскую. Так, и а вот мы отсюда как раз с поворота, Серега. Только не с туннеля, а вот оттуда. Ну, ты понял. Я понял, что я не понял. А, вот. Так, мы отстогнули. Давайте мы сделаем вот так вот. И сейчас мы постараемся, Серега, ехать реально наравне. Я один ползунок только изменил. Больше ничего не менял. Все, давай, Серега, читы. Раз, два, три. Не-не-не, что-то не то. Что-то... Да мы тебе подались. Ладно, еще раз. Стой. О, давайте вообще, может, сделаем... А ну, гонку мы не сделаем, мы на поворотах просто вылетим. На тракторе. У Сереги просто же ж нету заноса, мы просто с трассы повылетаем. Это будет, конечно, нечестно. Я не тот ползунок изменял. А я специально не тот ползунок. Изменяли? Так, сейчас. Эфенси, во, этот ползунок. Все. Во, это он. Давай, Серега, отчитай. Раз, два, три. Да ну, пацаны, ну мы же в команде одной, ну что вы чудите? Я так и знал, что у нас рахиты одни, каличи. Так, сейчас мы еще раз... Ребят, ну все-таки мы сделаем заезд. Просто надо пацанов встать подальше. Они мне, короче, мою жопу занесли. И я вылетел с трассы. Чуть ли не вылетел с трассы. Я понял, пацаны. Мне чтоб Серегой бодаться, вы между собой. Рахит. Все, давай, Серега, отчитай. Раз, два, три. Жопу подотри. А вот теперь, щенок! 100. 200. 200, догоняю. Ну! Ай, в жопу врезался Сереге. Сейчас догоню его, ребята, догоню. Я тебя сделал! Да блин, так водится выиграть. О, да тут можно ездить, ничего себе. О, тут можно... О, Серега, ты видишь, где с трассы вылетел? Я прыгнул к тебе. Вот, давай вот тут по прямой, тут поле как раз идет. Давай вот тут по прямой сделаем заезд. Сейчас только я еще улучшу чуть-чуть. Давай. Три, два, раз. Смотрите, отрывается. И когда доходит до 200, я его начинаю догонять. 200! Короче, Серега, 200 километров твоя скорость. Монстр бегает 200 километров. Вы представляете, как насколько это быстро? У тебя, Серега, просто очень большое преимущество в том, что ты стартуешь мгновенно, а нам надо набрать скорость. Стартуем! Стартуем, я сказала! Я тебя сейчас сделаю здесь, Дима. Если вы поставите, ребята, 3000 лайков, мы здесь запишем очень крутые соревнования на автомобилях. Может, даже с монстрами. Мне кажется, это будет вообще эпик. Если вам понравилась эта серия и она вам подняла настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Серега, что твоя бомба просрала? Это жесть.